Так, обшивка Талоса. Так, мне нужна Сагита. Как я попадал в Дендрарий? Блин, я не помню. Я не помню. Лаборатория психотроники. Мы сейчас там. Жизнеобеспечение. Туда можно попасть только на лифте. А нам надо попасть в Дендрарий. Так, и как нам вот... Вот мне нужна Сагита. Так, лаборатория психотроники. Вот, так, Сагита есть тут. Лаборатория психотроники, хорошо. Так, ищем Сагита. Где выход в Сагиту? Холл в Талос не то. Сагита. Так, второй уровень. Второй уровень, бежим до конца. Так. Короче, так, нам нужны задачи какие? Так, ультиматум дали. Так, это пока убираем. Кто-то декабрь, убираем. Забрать, так, вывести из строя сложность обработки. Осмотреть лифт, вот. Короче, все, бежим к Сагите. Второй левел, побежали. Грейв, да, но это не моя игра, Elder Scrolls не особо люблю. Не, ну какая разница, здесь нет неправильного прохождения. Сдохнут так сдохнут, как бы. Я постарался, постарался, да, вы это видели. Да, ёпрст. Да, ёперный бабай. Где я? Вот, так что умрут, так умрут. Я потерялся. А, все вижу. Здравствуйте. Я сделаю то, что возможно. Так, теперь смотрим. Так, по карте дальше куда? Просто бежим прямо. Может, и успеем. Я не знаю, сколько у меня времени займет этот лифт починить. Скоро финал игры. Да, наверное, сегодня. А там что? Material Storage. Не то. Так, вот Сагита. Так, погнали в Сагиту и попадем, может, в Дендрарий. Может быть, успеем. Короче, я уж извиняюсь за всю эту беготню туда-сюда, но такова жизнь. Такова жизнь в этой игре. Но, блин, были бы телепорты, мы бы сразу сейчас с вами в Дендрарий и все. Но знаете, чем мне нравится эта игра? То, что если ты что-то не выполняешь, у тебя меняются вот такие вот моменты, задания проваливаются, люди умирают. Ну, короче, то есть здесь нет идеального прохождения в том смысле, что каждое прохождение правильное. Если кто-то сдохнет, то сдохнет. Не выживет, выживет. Ну, и мне это нравится. На PlayStation Pro 30 FPS, а на компьютере там очень хорошая оптимизация, насколько я знаю. Вот, насчет финала, я знаю, что за первое прохождение мы никак не могли закончить игру. Вот сегодня почти 100%. Так, полетели наверх. Будет установлена стандартная сила гравитации. Перейдите. Блин, быстрее, быстрее. Будет активирована пониженная гравитация. Смена гравитации через... Так, ждем здесь. Две. Одна. Активирована пониженная гравитация. Все, погнали дальше. Надеюсь, мы успеем. Я стараюсь изо всех сил, чтобы успеть. Но учитывая то, как быстро мы летим, может быть, успеем.
Дай мне дорогу. Вперед, вперед. Не обращаем внимания на них. 200 метров, 200 метров. Летим дальше, летим дальше, летим дальше. Надо починить этот гребаный лифт. Так, все, мы почти там. Гоним, 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 гоним. Я прям реально Шумахер. Ну, сагита, кстати, это самый быстрый способ передвижения. Вот дендрарий. Заодно откроем там шлюз, чтобы быстрее было тоже. Нормальная так, все. Теперь погнали, все, мы в дендрарии. Я думаю, мы успеем. Если из дендрария лифт заработает, мы сможем спуститься оттуда в отсек жизнеобеспечения и спасти ребят. Так что не бросаем надежду, что они не выживут. Я думаю, что это игра для тех, кто любит фильм ужасов. Не знаю, не знаю. Ну, тут все смесь. Но, блин, самое худшее, что есть в этой игре, это вот эти гребаные загрузки. Это все самое худшее, что в ней есть. Загрузки портят все. Смех, нет, у нас тут лифт не работает, понимаешь, как бы с этим проблема. Как заработает, тогда будет шанс их спасти. Сейчас постараемся всех вытащить оттуда. Погоди чуть-чуть. Они получится сдохнут, ну, хрен с ним. Главное, мы живы. Все, все, что волнует, это мы. В первую очередь, остальные это во второстепенную. Сейчас глянем. Но я стараюсь успеть. Я сейчас буду пробегать всех, посмотрим, где эта точка, где лифт. И я туда добегу, там потом всех, может, убью одной гранатой. Так, давайте смотреть карту. Карта, 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 карта. Так, уровень второй, куда дальше? Где этот гребаный лифт? Чё-то я не понял. Погодите секунду. Так, это убираем, это убираем. Так. Проблемы с лифтом. То, что мешает лифту работать, кажется, не... находится в дендрарии в фойе рядом с лифтом. Окей, окей, фойе рядом с лифтом. Стоп, я чё-то не догнал. Погодите, чё за бред? Осмотреть лифт, дендрарий. Так. Медицинский отсек, второй этаж. Так, это первый. Так, третий, это вот это. Как-то попасть. А, все, я понял. Кажется, я понял. Проверяем. Идите в жопу. Это сюда. Так, это медицинский отсек в фойе рядом с лифтом. Это здесь. Это должно быть тут. Морган, воздуха почти не осталось. Пожалуйста, прикончите этого психопата. Не, ну нахрен, лучше его это взломать. На компе загрузки моментальные, вообще не спорю. Они могут сдохнуть, ребят. Ну, хотя бы убьем их. Убьем, точнее, не их, а этого урода, отомстим за их смерть, если не получится их выручить. А то все-таки нас провоцируют, я пытаюсь сделать все, что могу. Хотя все равно будет жалко. Так, ладно, где этот гребаный лифт? Так, здесь. То, что лифт, вот он. Добрый вечер, Талос. Начинается регистрация на шоу талантов станции Талос. Вы можете зарезервировать ячейку у Галена в жилой секции. Это лифт или что это? Блин, я не понимаю, где лифт. Карта, карта, карта. Да, вот, это здесь. Холл Талоса нет.
Так, ну и что нам здесь чинить-то надо? То есть эта хрень вот тут. Может, вот это? Не понимаю. Не понимаю. Да ёперный бабай. Карта показывает мне зайти туда, да? Ладно, пойдем зайдем. Я не знаю, честно, я не знаю. Вот говорится же, да, типа. Еще раз, давайте задача. Задача, давайте еще раз. Так, где он? Проблемы с лифтом. То, что мешает лифту работать, кажется, находится в дендрарии, в фойе рядом с лифтом. Осмотреть лифт дендрарии. Тут что, просто так нажать? Я не знаю, попробуем. Да вот, это он, по идее. Он же показывает второй этот. Сейчас посмотрим, где мы выйдем. В холле. Как мы можем сразу выйти в холл? Главное, чтобы сейчас не было автосейва. Блин, я забыл вот это засейвиться. А то, прикинь, сейчас спустимся на лифте, а подняться не сможем. Будет весело. Но меня эти загрузки уже бесят. Бесят. Геворг, это и есть центр. По сути, это он там прям. Прям центр. Ничего центрее... центра данного ничего нет. Шпанов, не знаю. Наверное. Хотя сейчас это уже маловато. Да. Все. Отлично. Лифт снова работает. Этот тифон захватил контроль над устройством и программным обеспечением, вплоть до низкоуровневого. Перепрограммировал его на лету. Это... Так, теперь жизнеобеспечение попробуем. Не-не, все. Это была проблема. Типа, это вот этот тифон мешал лифту. Хотя как-то очень неочевидно. Так, интересно, сколько у меня там по времени осталось? Успею ли я их спасти? Так, все проверяем. Проверяем задачу. Задача спасти. Найти способ. Вот. Осталось 7 минут. Еще можем успеть. Так, теперь на B1. Вот, все, погнали. Сейчас работает. Успеваем. 3 года вы скормлюли людей тифоном. Фу, я понимаю. Понимаете, я делаю так же. Перед каждым заданием я втыкаю в глаз нейромод. И получаю свободу действий. Поэтому я убью вас и вашего брата. Уничтожу всех на этой станции. А дома я удалю нейромод и... А что я делал все это время? А главное, как же я заработал? Просто вот нашел вроде нормальную карту, посмотрел ее тесты, выиграл, все вроде нормально. Ну да, все хорошо, Шпанов, бери карточку, играй.
Так, все, идем валить всех. Главное, теперь лифт у нас функционирует. Надеюсь, мы сможем этого уродца там вальнуть сейчас. Просто как босс, если честно, я его не представляю. Кошмар, вот да, это босс. Или он превратится в кого-то. Хотя вообще, кто его превращать-то будет? И почему именно в кошмар? Это только совпадение, если будет. А если с чуваком мочиться один на один, то... Ну, если у него нейромоды, в принципе, он может быть нормальным боссом. Не знаю. Посмотрим сейчас. Но главное, у нас 7 минут, мы успеваем спасти народ, так что все чики-пуки будет. Так, ладно, быстро, куда дальше? Морган, вы в самом деле заботитесь о сотрудниках. Ладно. Я столько разочарован. А может, вы просто очень хотите меня убить? Это облегчает меня. Так, надо понять по карте, куда идти. Так, пункт управления кислородом. Атмосферы, точнее. Так, видимо, нам в эту комнату. А, стоп. Вру. Блин, нам на второй уровень. Так, а лестница где? Так, нам налево. Так, давайте смотреть. Нам сейчас туда, туда и наверх. Так, кидаем быстро приманку. Ой, не то. Опа, 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 сейчас. Пусть я туда стягиваюсь. Все, сдохните, твари. Да какого хера вы не сдохли? Ладно, в жопу потом. Так, я не понял, почему я пошел вниз? Я внизу? Карта. Водосточная станция, отсек последних капсул. Блин, не туда ушел. То есть нам нужна лестница. Блин. Так, тогда только прямо и налево. Да пошел в пень. Так, возьмем опять приманку. Шпанов завтра. Ловите нахрен и сдохните. Утилизирующая граната. Давайте, подходите туда, твари. Так, этих вальну так. Умри, сраный телепат. Так, все, нормально. Потом обыщем. Так, 5 минут. Так, быстро. Так. М. Так, R2. Взламываем. 4 минуты. Так. Потом чат прочитаю, короче. Сейчас не буду отвлекаться. Мне надо народ спасти. От меня зависят жизни. Так, все, один сделан. Осталось второго. Так, все, эти взломаны, можно расслабиться. Так, не понял, кто там меня бьет. Так, ремонт костюма, быстро. Еще одна тварь. Валите, короче, этого ублюдка, я пошел отсюда.
Так, я вроде правильно бегу. Так, 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 нужен опять им заряд. Пусть подойдут поближе. Да, короче, тварь, не беси меня. Да боже, они бьют очень больно. Ладно, в жопу, в жопу, в жопу, в жопу идите. Так, надо их заманить всех. М-заряд, М-заряд. Лови, ублюдок. Так. Быстро. Блин, я уже задолбался всех хакать. Но выхода нет, это самый быстрый способ. Дробаш их очень слабо берет. Шокер слишком долго заряжать, поэтому не надо мне сейчас здесь все говорить, типа, что шокера мочи их, шокер долго грузится. Так, теперь быстренько еще этого надо. Умри нахрен. Так, все, последний вроде бы. Откуда у него столько операторов, тварь? Блин, не та кнопка. Так, все. Это другой оператор. Так, все, быстро чиним костюм. Так, хавчик, хавчик, хавчик. Так, где жизнь без управления вентиляторами? Заклинило. Так, еще раз. Так, вентилятор 3 заклинило. Это куда? Да твою маму. Бежим! Так, как внутрь попасть? Хак, хак, хак. Жесть, что-то я... Это самый динамичный момент и задание вообще во всей игре, мне кажется. Когда я напрягаюсь, чтобы успеть. И каждая минута важна. Вверх, вверх, вверх. Так, все, открыли. Ух! Сейчас, погоди. Это кто такой? Вальтердаль. Вот он. Вот он. Вот эта тварь. Убейте его. Так. Далее мы не сможем покинуть станцию. Мы в ловушке. Визуальный контакт. Да чтоб вас. В плане зря убил. Ты предлагаешь мне его, типа, вырубить шокером? Ну, в теории можно. Можно. Но отстой в том, что, типа, не факт, что я сейчас буду загружусь там. Ладно, сейчас попробуем его не грохать. Во, слава богу, здесь это все есть. Вот он. Во, да. У вас получилось? Да, спасибо, ребят, нормально. Транспорт с медоператором. Тогда мы попробуем удалить его нейромод. И, надеюсь, получим доступ к его шаттлу. Ну да, все отлично. Спасибо. Еще чуть-чуть и... Они
Неважно. Конец связи. Ну все, мы справились. Отлично. Аллилуйя! Так, ладно, теперь что у нас за задача? Вывести из строя техника далее. Он прячет где-то, прячется где-то в лаборатории психотроники. А, техник Даля, понятно. Алекс будет прятаться до тех пор, пока Дали его техник не будет обезврежен. Так, теперь нам нужно... Берем. Так, ладно, пошли теперь искать техника Дали. Лаборатория психотроники. Где это там? Не знаю, если мимики стареют. Не ко мне вопрос. Лаборатория психотроники. Как-то попасть... А что за красный? Шлюз закрыт. Так, нам, значит, холл. И так в лабораторию попадем. Все, пошли отсюда. Этих обыскивать я вряд ли буду, нафиг мне все надо. Я тут почти ничего не тратил. Так, не то. Праздник у шпанов, тебя тоже с 9 мая. Поздравляю всех. Насчет завтра. Круто спас, да. Я справился. Так, это у нас что? Это у нас лифт. Холл Талос 1. Мне кажется, что после... вот как мы техника найдем, на этом все, конец игры будет. Ну, это мое предположение. Да, у меня тоже, кстати, только 9 часов вечером, так что Москва еще 9 мая. Так. Лаборатория психотроники. После этого появится Алекс, я думаю, мы свалим отсюда. Ключ самоуничтожения. Так, теперь быстро смотрим карту, где эта лаборатория. Фойе лаборатории психотроники. Так, лаборатория психотроники. Чё-то я не догнал. Нахрен мне в дендрарий. Мне сюда надо. Так. То есть нам надо вот туда, да. Все, погнали. Ой, да отвалите нахрен. Так, техник где-то там. Интересно, реально, где он там ныкается? Мы же там были. Но его не видели. Загадка на миллион. Давайте искать. Кстати, со всей этой беготнёй туда-сюда мне напоминает олдскульные игры. Старые-старые, когда тут как раз перепроходил много раз одни и те же локации. Я думаю, мы уже близки. Да, опять загрузка. Никуда с этим не деться. Спасибо за подсказку, Зай. Не буду ее озвучивать, чтобы никому ничего не спойлерить.
Загрузка — это враги. Так, ладно, где этот гребаный техник? Да стопы, чини. Доктор Йо, доктор Игве, объект Даль у нас, и он стабилен. Спасибо. Мы готовим его в отделе нейромодов. Так, погоди, еще расскажешь, что там готовишь. А вот он где? Он здесь? Тут есть какая-то комната, походу. Вопрос, где этот ублюдок? Хм-хм-хм. Так, техник, техник, смотрим сейчас. Он прячется где-то. Лаборатория психотроники. Стоп. А лаборатория сама какого размера? Где он точнее? Он где-то здесь, получается, так? Спасибо, Шпанов. Ладно, давайте его искать. Сейчас утилизирую пока предметы. Нет, в плане вернулся в начало. Зачем мне в начало? Здесь просто надо быть, как бы, в этой локации, чел. Нам надо его найти. Может, техник суициднулся, но мы бы его давно тогда уже нашли. Если бы он сдох. Ладно, сейчас закрафчу пока что, секундочку. И пойдем дальше. Я не знаю, где эта техника. Должен быть здесь, а хрен его знает, куда он в итоге попал. Но это бесит, кстати, что здесь вот... хотя бы область показали бы, где он, какой этаж искать. А так мы не знаем даже на каком этаже. Ладно, все, с крафтом, я думаю, достаточно. Может, он тут? А, это не то. Это комфорт. Ну, нашел. Все основные серверы и терминалы заблокированы. Действует протокол «Взлом и перехват». Анализируй журналы доступа за последние 3 часа. Оценка выполнения 63%. Гнида. Вот, нашли. Ура. Так он был здесь, у засранец, а мы все не там искали. Аллилуйя, он здесь. Еще имя, блин, Каспар, блин. Опять, что ли, типа русский робот? Все. Морган, двери снова работают. Хорошо. Я увожу остатки команды в отдел атмосферного контроля. Отсек жизнеобеспечения. Избавимся от жестянок Даля и убедимся, что больше никто не будет играть с регуляторами. Даль заменил весь экипаж своими операторами. Он совершил ошибку во всем, доверившись машинам. Плоть и кровь, грязные штуки, Морган. Но только они имеют значение. Отлично. Загрузка продолжилась. Встретимся в Дендрарии. У нас куча работы. Так, все. Нам теперь в Дендрарии. Отлично. Так, и куда нам? Блин, честно, я устал его искать. Он, оказывается, был рядом, а мы туда не пошли. Потому что я думал, вряд ли там кто-то есть, блин. Ну уйди с... Уйди с про... Это чё, шутка? А, ну зато сработало. Придурок, зачем стал в проходе? Дурак. Системное оповещение.
Давайте завершать игру. Я думаю, сейчас там будет финал. Дендрарий. Не Каспар, а Касперский. Не, он Каспар. Да он вообще в проходе застрял, блин. Я думал, все, завис, я ничего даже не мог сделать. Я не мог ни присесть, ничего. Слава богу, хотя бы обилку смог заюзать, вот эту свою пси-способность, которая меня, его вырубила, а меня пропустила. То иначе как бы не очень круто. Сейчас надо засейвиться вручную на всякий случай. Не, ребят, никаких спойлеров, никаких подсказок, все. Паш, не говори свою концовку ни в коем случае. Пока игру не закончим, никакие концовки не оглашать. Честь шахматиста Каспарова, что ли? Не знаю, вдруг. А вдруг все может быть? Ладно. Так, сейчас где мы появимся? Парам-пам-пам. Так, кстати, надо дробовик нам вернуть на это, на кнопочку быстрого доступа. Главное, чтобы эти твари сейчас не находились здесь, в холле. То я не особо хочу с ними сражаться. Будем надеяться, что все чисто. Пошел в пень. Так, Дендрари, поехали. Сейчас, а можно сохраниться? Ой, ёп, просто твою маму. Нежданчик, а. Ну, может быть, это и есть как бы отсылка к Каспарову, не знаю. Ничего не скажу. Ты меня, может, вылечишь? Заражен? В плане заражен. Ладно. Не хочешь меня хилять, не хиляй. Ну, это, кстати, не знаю, зачем был вот этот, типа, скример, назовем его так, да? Но что-то он меня вообще не напугал. Я вообще даже не в ту сторону смотрел, куда надо, по идее. Все, мы пришли в Дендрарий. Ура. Напоминаю, ребят, кто новый зритель, если вам нравится мое прохождение, мой канал и мои стримы, обязательно подписывайтесь на YouTube, на Твиче, в группу ВКонтакте, чтобы смотреть анонсы видео, стримов, конкурсов и прочих новостей. Также участвуйте в конкурсе, который проводится на моем YouTube-канале, ссылка на него есть в описании на Твиче, а также в описании видео на YouTube. Участвуйте и желаю всем удачи. Скример даже обиделся, что ты не испугался. Это вообще непонятно, зачем он был нужен. Он напал. Он напал. Так, побежали на пролом к Алексу. По количеству загрузок, но здесь жесть, конечно. Да что же вечно эта хрень работает?
Сколько ни чини, она все равно работает. Я обещал отдать свой ключ, но сначала послушай меня. А потом можешь разнести Талос в клочья, если захочешь. Ты вряд ли это сделаешь. Знаешь, я сам полагал, что если нам доверить спички, то непременно будет пожар. Тебе удалось меня убедить. Доказать, что все возможно, если заплатить нужную цену. Та часть тебя никуда не делась. Мы войдем в историю, Морган. Не эти пиявки исправления Транстар, не мама с папой. Ты и я. Как мы и хотели. Наши данные подтверждают твои подозрения. Коралл передает телепатический сигнал. Тайное послание к самим звездам. Интересно, что в этом сообщении и кому оно адресовано? Ты знаешь... С того дня, когда мы испытали первый нейромод Тифона. Знаешь. Как видишь, это чертеж прототипа нульволнового устройства. Оно перехватит сигнал Коралла и с его помощью мощным ударом оглушит всех Тифонов разом. Держи. А вот и ключ. Как я и... Что? Морган! Нифига себе. Морган, мы в отсеке жизнеобеспечения. Все чисто. Воздух на борту в порядке. Сражаясь с блэкбоксами, я потеряла людей. Дали тут не было. Найдете его раньше меня. Заставьте расплатиться. Элазар, конец связи. Воу, что это за чудо-юдо-то такое, интересно? Непонятно.